К сожалению, нам приходится обсуждать не русскую повестку дня, а то, что нам предлагают треклятые средства массовой информации. Есть источники, русские источники, источники русской мысли, но у тех, кто продолжает называть себя русскими, они не пользуются особой популярностью. Есть много оригинальных авторов, мыслителей или публицистов. Я хотел бы рекомендовать видеоканал моего друга и единомышленника Николая Бондарика. Очень просто найти в Ютубе. Его никнейм N Бондарик, пишется латинскими буквами. Несложно найти. Я знаю этого человека давно. Это принципиальный противник путинского русофобского режима. И рекомендую смотреть этот видеоканал. А сегодня поговорим о том, что нам навязывают средства массовой информации. Я не хочу разговаривать про Навального, он мне вообще не интересен ни как человек, ни как политик. Но если уж все доходит до того, что совершенно мерзостная кампания проводится даже Первым каналом, то есть все ведущие каналы нам прямо пропагандируют, вот он какой замечательный, кому-то он отвратителен, но они все равно будут смотреть, обсуждать его. Кто-то его поддерживает и возмущается тем, что происходит на телеканалах. Это же тотальная ложь, клевета. Там сам Навальный не гений во плоти, там не ангел во плоти, но то, что сейчас происходит, конечно, просто за гранью, как говорится, даже уже непонятно за какой гранью. Там иногда говорят за гранью добра и зла. Я думаю, что это за гранью добра, то есть это абсолютное зло. Вот то, что мы видим, вот этот совершенно дикий процесс об оскорблении ветерана, это действительно за гранью. И этот ролик нам показывают еще раз, показывают ролик, ну, как будто специально вызывают ненависть у всех к этому режиму. Вот люди спрашивают, так это же вообще похоже на раскрутку самого Навального, вот то, что делают ведущие средства массовой информации, они же пропагандируют его, то есть власть все больше ненавидят, когда смотрят эти видеоролики. Ну, это же действительно абсурд. Статья Уголовного кодекса об оскорблении не действует, абсолютно никогда не действовала. Я могу сказать, что у меня есть определенный опыт. Ну, каждый свой опыт имеет. Если вы в интернете давно работаете, вы получали оскорблений, наверное, тысячи. И ну, лучший вариант не перебрехиваться между собой, да, а просто если человек не способен с вами общаться продуктивно, просто его в черный список и забываете о нем навсегда. Я так сделал со многими и продолжаю это делать. Дайте только повод. Все, если человек один раз сорвался, он отвечает передо мной за свои слова тем, что он просто исчезает из моего поля зрения. Я уже никогда не интересуюсь, чем он там думает, о чем, что говорит, какие у него позиции. Близкие ко мне, далекие, он бесконечно далек от меня. Вот это самый лучший принцип, но ничего другого мы не можем. Другое дело, когда средства массовой информации начинают против тебя кампанию, целую кампанию. И мне довелось такую кампанию в отношении себя получить в ответ на мою позицию, когда я был депутатом Государственной Думы. И я тогда пытался возбудить дела. Там какой-то еврейский активист назвал меня известным гитлеристом. Я никогда не был поклонником Гитлера, никогда ничего позитивного на счет гитлеровского нацизма не высказывал. И вот там несколько таких публикаций я написал тогда, ну, все-таки разница есть, просто гражданин пишет или там пишет депутат, который заботится о своей репутации в глазах избирателей, потому что он их интересы защищает. Если в глазах избирателей я, скажем, выгляжу как гитлерист или представляюсь как гитлерист, то это наносит ущерб в том числе и моей профессиональной деятельности и статусу народного избранника одновременно. Вот я тогда несколько раз пытался писать заявление в прокуратуру о том, что вот, пожалуйста, вот очевидное оскорбление. Но все, чем это закончилось, одного из этих активистов вызвали, и, по-моему, еще было с каким-то главным редактором, вызывали
к следователю, следователь беседовал, тот начинал там что-то выкручиваться, и потом мне присылали сообщение о том, что в возбуждении уголовного дела отказано, неработающая статья. Да, я мог тогда пойти там, в суд подать, но мне понятно, чем бы это кончилось. А то, что сейчас в отношении Навального происходит, да, он назвал халуями те, кто достоин этого наименования в связи с их участием в действительно халуйском ролике по поводу фальсификации Конституции, голосования за поправки, которые никто не обсуждал, никто не принимал, и само голосование было фальшивым и ненужным, потому что все эти поправки уже считались вступившими в законную силу. И, естественно, вот эта пропаганда этого режима с помощью вот определенных лиц абсолютно халуйская. Но кто-то халуем вполне сознательно там был, а кто-то уже, ну, по старости, не разбираясь вообще, о чем идет речь. Ну, вроде за все хорошее против всего плохого. И людей, конечно, обманули. Василий Лановой, скажем, там, который поучаствовал. Но он по старости лет вот ослабевает человек. И когда ему начинают оказывать почести, его там рядом сажают с человеком, которого называют президентом, ему кажется, что его оценивают по достоинству. Ну, просто артист. Он умер недавно, и очень жаль, что на склоне лет вот человек не выдержал и стал ходить вот из-за спины Путина, выглядывать на шествие «Бессмертный полк», который возглавляют, ну, самые настоящие предатели, власовцы. И кто этого не понимает, ну, значит, не понимает в жизни страны вообще ничего, что страна оккупирована, захвачена и так далее. И такой же вот этот ветеран, никому неизвестный, действительно увешанный непонятными медалями, хотя там больших подвигов за свою жизнь он совершить не смог, и уже время прошло огромное. В течение этого времени человек мог измениться и действительно превратиться, даже если бы он был героем, там, ну, там таких героев были миллионы, если их всех считать героями. Вот. Ну, скромный ветеран дожил до лет, когда уже он не осознает, что вокруг него происходит, что ему говорят. Ему написали на бумажке, он, считая, что это долг перед Родиной, все это высказал. Его вмонтировали в этот халуйский ролик. Вот. А теперь еще раз повторно использовали как половую тряпку вот эти путинские мерзавцы. У меня нет абсолютно никакой симпатии к Навальному. У меня нет абсолютно никакой ненависти к этому ветерану. И ненависть у меня только к этому режиму, который вот таким образом, мерзостным образом себя ведет. То есть заведомые предатели, подонки используют многих ветеранов, которые ослабли, у них ослабли воля, ослабла воля, интеллект. И так было и раньше. Сейчас-то, в общем, все, ветераны уже, все, кто ветеран, все умерли. Остались люди, которых, ну, мы как-то больше им почести отдаем, потому что они последние. Ну, еще чуть-чуть, и вообще не будет ни одного человека, который действительно был на фронте и дожил до наших дней. Ну, мне довелось с ветеранами общаться очень много, в силу тоже и возраста, и того, что из моей семьи на фронте было, ну, были все призывного возраста, и даже до этого призывного возраста, там мой дядька сбежал на фронт в 16 лет, другой дядька исправил себе в паспорте, приписал себе год и тоже пошел на фронт, еще не будучи совершеннолетним. Вот. Но одни из этих людей достойно дожили до своей старости, кто-то умер рано от ран, еще в 60-е годы очень многие вполне здоровые, казалось бы, люди умирали. А до нынешних времен дожили, можно сказать, случайно люди. И в их жизни после войны много чего происходило. Можно быть на войне героем, а потом действительно превращаться в халуя русофобского режима. И таких довольно много, потому что, ну, человек действительно, когда у него критическое восприятие рассеивается, он начинает быть падким на все эти почести, особенно когда вот увешиваются медалями. Тоже непонятно каким, есть государственные награды, да? Вот ты их получал, ты, пожалуйста, даже мне импонирует, когда человек в праздничные дни одевает на себя единственную, самую высшую награду, а не увешивает себя вот так, чтобы уже некуда, места нет, разве что на спину медаль вешать.
много очень вот этого, вот этих побрякушек, совершенно бессмысленных, и вот у ветеранов тоже такой синдром проявляется. Главное, что люди, которые предали свою страну, ну, собственно, они от рождения, вот Путин – это природный предатель. И собрал он вокруг себя только таких природных предателей. И постепенно еще вот подтягивает, поскольку собственной харизмы нет никакой, она нулевая. Сказать он ничего не может. Никаких инициатив, ну, невозможно придумать, кроме вот этих литавр. Мы победили, ура, мы победили. И на этом политическом капитале куда-то, куда он едет, ну, в пропасть нас тащит, да? Поэтому начинают втягивать людей, которые, ну, хоть какие-то заслуги имеют, преувеличивать эти заслуги, раздувать этот героизм, которого, ну, в одних случаях он был, ну, не такого масштаба, в других его вообще могло не быть. У нас есть полно таких фальшивых ветеранов. Нацепил себе пожилой человек какие-то значки, сам себе присвоил какое-нибудь звание. И таких случаев немало. То есть такое болезненное состояние, даже нельзя назвать мошенничеством. Вот среди казаков, пожалуйста, полно вот таких. Человек никогда ни в каких боевых действиях не участвовал, но у него там звание, был каким-то, извините, ментом. Ну, тут звание, там, генерал-полковник, золотые погоны, какая-то звезда, похожая на звезду героя, какие-то награды, похожие на государственные, весь вот такой увешанный. Ну, такие вот есть аберрации сознания, совести и так далее. И вот этого несчастного ветерана использовали. И самое, конечно, мерзостное – это вот это «Яма Игнат», то, что появилось в сети. Я вот как только вижу, сразу в черный список. Не разговариваю, даже не глядя, кто это там. Хороший был человек, плохой был человек или там посредственный человек. Меня уже это не интересует. Если ты присоединился к этому лживому спектаклю, все, ты такой же халуй, вот как все путинские халуи, ты такой же халуй, пошел вон от меня. Вот. И это, конечно, оскорбление, осквернение памяти павших в войне, оскорбление героев, которые уже не могут за себя постоять, они с небес смотрят на все это безобразие и слезы проливают по поводу того, что творится в стране. Навальный, конечно, там ведет себя на этом процессе как истеричка, он там что-то выкрикивает, он там и спектакль общий, ну правильно, ну тут уже ничего не сделаешь, когда его ставят в позицию правоты, когда прокурор начинает зачитывать, вот там мы в таком-то году в партизанском отряде, какое это имеет отношение к оскорблению. Назвал, скажем, давайте так, назвал ветерана халуем. Это оскорбление, оскорбление. Чего касается Великой Отечественной войны, его подвигов, его наград и так далее. Нет, это касается непосредственного участия в этом видеоролике. Это оценочное суждение элементарное. И вот этот спектакль устраивают. Давайте, да как же это можно? На самих ветеранов покусился и так далее. Да не на ветеранов он покусился. Он назвал вещи своими именами. Вот и все. И прокурор, ну, конечно, это просто в аналы войдет, это историческая личность, ей-богу, не знаю, как там зовут эту глупую тетку, которая начинает там дневниковые записи времен войны зачитывать, которая не имеет никакого отношения, ну, типа того, что я лучше, чем моя репутация, вот что от имени этого ветерана хотят сказать. Это чепуха, это чепуха. Сам он себя защитить не может, он даже и не осознает вообще, о чем идет речь. Так очень смутно, и даже наверняка он даже не сможет сказать, если он спросит, а кто такой Навальный. Поэтому защищают какие-то там непонятные люди, какой-то там непонятный его родственник, там сын или внук, неважно. Но это тоже втянут в спектакль человек, ему что-то обещано. Ну просто так заниматься вот этой ерундой, конечно, вменяемый человек не стал бы. И судья, который делает бесконечные замечания, я вам делаю замечания, 20 замечаний за... Ну и естественно, что если это замечания безрезультатные, то Навальный распоясывается уже и уже ничего не боится, он уже судью называет штурмбанфюрером. И совершенно правильно, потому что все путинские судьи таковы, они участвуют в спектаклях. И если им выгодно, то они на сторону выгоды становятся, а не на сторону закона. Если им безразлично, то они, ну, а вдруг иногда бывает и справедливое решение. Суда нет. И нам демонстрируют
ведущие телеканалы, что суда в России нет, справедливости нет, вообще нет ничего, что можно было бы назвать нравственным поведением со стороны тех, кто представляет власть. Судьи, чиновники, пропагандисты, все прогнило насквозь. Самое печальное, что прогнил насквозь народ, который хочет считать себя народом, но народом не является. Потому что он не плюет в рожу этим чиновникам и судьям и не осуждает их своим нравственным судом. Нет этого нравственного потенциала. Поэтому и русские ресурсы, русские пропагандисты, русские видеоканалы находятся в забвении, в полном забвении. Был бы такой снежный ком, то есть я что-то увидел позитивное, опубликовал, кто-то из моих друзей дальше опубликовал, то идет такое, как гиперболическое или, скажем так, прогрессия такая идет, разворачивание, как, не знаю, там, кривая парабола такая, все знают, да, и вот идет как бы развитие ее, да, а я по своим роликам, например, вижу, что выполаживание этой кривой идет сразу, ну, вот так лучше показать, да, то есть сразу сначала много, меньше, меньше, меньше и пошло, а должно быть мало, больше, 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 то есть производная должна увеличиваться, увеличиваться, а потом где-то там выполаживаться, да? А здесь сразу, то есть сразу понятно, что никакого снежного кома нет, и ту позицию, которую русские должны были бы принимать на себя, они даже не замечают, то есть смотрят вот эту чепуху, смотрят явно не русских всяких этих блогеров, смотрят телевизионный ящик, который залгался просто в предел, и вот так формируется, в общем-то, смертный рецепт для России. Не потому, что они негодяи, а потому, что мы по эту сторону экрана превращаемся в людей безразличных. И с этим надо что-то делать, и каждый должен для себя принимать решение в этом вопросе. И если таких людей будет достаточно, то никакая пропаганда не проймет нас абсолютно, даже если мы будем смотреть вообще все, что они показывают. Не проймет, наоборот, их пропаганда будет для них контрпропагандой. Вот чего я всем и желаю. Слава Руси, Господи спаси!